Так. Просто было бы странно, что верты по спецом сливаются, как будто им управляет дно какое-то. Ну, у всех бывают ошибки. Что, РЗ? И что, СД? Какая осталась? Сейчас. Я, например, могу вам поставить... Атаманом будешь? Можно меня просто покормят? Нет? Нельзя? Сволочи. Подлецы! Подожди, а когда... Ну да, игрался-то, если стирал с СПЛом в 1/4. Ну вот сейчас они опять встретились. Бывает что? Так, Гуэту, хорошо. Что катать будем, спрашивает Дестин. China Mirror, вы издеваетесь надо мной. Вы хотите моей смерти. Ладно. Окей. Что такое опять? Что-то меня тут пугают всякой ерундой. China Mirror, окей. Финальная карта, финальная... Финальная игры турнира по... Комнату Concord Generals. На карте Bitter Winter будет решаться судьба первого места турнира. Итак... Итак, слева внизу красный китаец SPL. Справа вверху Дастин Роудс, непобедимый китаец синего цвета. Обалдеть. Ну что, хорошо, посмотрим. Интересно, что, собственно, SPL прошел сетку лузеров перед тем, как выйти в гранд-финал. И что именно Дастин Роудс был тот, кто отправил его в сетку лузеров в 1/4. Смотрим. Здесь нычка, все как всегда. В картах интересно тем, что нычка. Нычка. Ресурсы. 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 Ставит на ближних, естественно, ближайших. Потом заходит дурка, рвет тапки финалиста. Это вряд ли. Нам да, ближайших ставится. Причем интересно, что SPL ставит сразу на, собственно. Натурали они на раз мне на россыпи, а Дастин Роуд предпочитает ставить именно на россыпи. Что у нас тут? Барак, хорошо, барак, дурак. Тоже на россыпи, сразу две ставят. СПЛ. Макрица. Кустурица ставит аэродром у нас вот так вот. Дастин решил играть через аэродром, видимо фаст будет вертолет какой-то и прам-парам-пам-пам. Своим запретом, я не запрещал, я попросил. Я попросил, я ничего не запрещал. Завод или завод Airfield? Завод Airfield. Причем Airfield завод. Хотел бы заметить вам, сеньор, что это не завод Airfield. По-моему, это даже просто вертолет. Пуш какой-то. Сколько там по деньгам-то у нас? 900 баксов у Дастина, 600 баксов у СП, 500 баксов у СПЛ. Гатлинг пошел. А вот это уже завод, да, Дастин, вот он, завод здесь поставлен, ну вот. Текс. Сейчас они встретятся, правда, в одиночество. Гатлинг сливается. Ставится нычка синяя. Что-то, похоже, уже Дастин устал, уже второй сносит здание, которое только что назначил. Что, final game. На базу? На базу. На пофиг просто идет туда. Ой, там. Нет, это слив вертолет, скорее всего. Минус. Этиафо поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Поздравляю с завершением. Спасибо, Котиафо. Высадка, 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 высадка. Ну. Вещь.
330 рублей. Насколько ты хочешь? Проснулся, сильно сказано. 12-30 дошираков. 30 дошираков в начале марта. Спасибо, Котиако. Спасибо большое за поддержку канала. Вот. 30 дошираков, да, в марте. Раньше марта-то я не выведу деньги, поэтому пофиг. Ну, куда-нибудь дену, может быть, там на 2 февральский турнир положу. В любом случае, спасибо. Так, что у нас тут еще хорошего? Да ничего хорошего. Огнедышащие танки. Здесь возня какая-то левая совершенно. Кто круче, огнедышащий танк или дракон, или гатлинг? Круче дракон, что делать? Что ты будешь делать? Зато мы убедились, кстати, спасибо Котиако еще за одну вещь. Мы убедились, что гудгеймовский голос голосоговорильня работает. Это хорошо. Вот, осталось только Donation Alert проверить, и будет еще счастье. Так, к концу матча объявили специалиста по дошираку. Бывает, бывает, бывает. Но с учетом того, что призовые составили 1660 рублей в общей сумме, то как бы и за первое место 830, по-моему. Логично, что появились специалисты по дошираку. Куда еще можно потребить эти деньги? Буа, так. Я уже ничего не соображаю. Что-то продается, минус тут что-то заходит огненный танк, сжигает пехоту. Завод. По-моему, как-то упоролись немножко, потому что вот эта постановка зданий мне очень нравится. Нравится, нравится, она прикольная. Здесь снос нычки, причем, блин, вместе с бульдозером. Ну, чувак, ну бульдозер-то, ну елки. Нормально. Язычки должны. Бульдозер не спасен. Бульдозер-то остался хоть один? А, you are welcome. Угу. Котико, я тебя. В смысле, да. А, нет, остался один, все хорошо. Огнедышащий танк. Огнедышащий танк, да. Огнедышащий танк. Там вертолет, между прочим, летит, огнедышащий танк. Где-то гребаный вертолет на этой гребаной мини-карте. Я его потерял. Где-то здесь. Выход красного. Собственно, с гатлингами. Там-тарам-тарам, там-там-танам. На 330 рублей. Че за бред ты несешь? Не осыпай. На 330 рублей ты можешь это сделать 10 раз, блин. Опа! Хорошо. Хорошо пробито. Боже, измерение призовых в дошираках. Удавов в попугаях сейчас будут мерить. Там, кстати, зашел гатлинг, убил две и замер. Окей. По-моему, ребята устали так же, как и мы все. 140 человек на стриме, всем здрасте, где ж вы шлялись все это время? У нас финальная игра, финальная карта, финальная игры, финала. Короче, последняя игра. 3-3 счет, это ад. Ну, гатлинг сейчас сольется, скорее всего, или не сольется, нет? Выживет? Да, ушел. Просто взял и ушел. Начинается какой-то заруба какая-то странная. Оу. Оу. Шо, минус этот, минус тот. Гатлинги. КГ пишет спел. Все, потерял армию. Извините, я даже уже не смотрел ни на как никуда, потому что я уже совершенно соображаю. Но в любом случае. Вы сможете насладиться этим бредовым зрелищем в моем исполнении. Ать на повторе, который будет выложен завтра. Дастерот просто больше добыл, да, больше убил. Все и больше потерял. Зарплата в лифчиках тоже хорошо. Ой, ну что, господа. Мы охренели, но мы это сделали. Мы сделали турнир за один день. Я больше никогда в жизни не буду делать турниры за один день. Я клянусь честью. Это... такой бред. Значит, господа, я вас поздравляю. Турнир по Compton Conquer General Zero Hour, который был запланирован в течение 2 недель. Несмотря на все технические сложности, несмотря на нехватку средств, несмотря на все,
дурка лучше деньгами. Несмотря на все, мы все равно это смогли, мы все равно преодолели и. Окей, нас. Так вот, и мы поздравляем великого игрока Dusty Rhodes с тем, что он стал победителем нашего турнира, присоединившись к такой замечательной плеяде людей, как Дурка Рус и Лунар Стар. Обязательно я потом сделаю где-нибудь спойлер с описанием всех турниров и минимальными ссылками на них или там что-то в этом стиле, чтобы вы могли там ориентироваться. Пробил рискованной тактикой. Ну, вообще, да, пробил. Так странно. Ребят, я, честно говоря, уже плохо соображал. Старался просто там, где какой-то экшен происходит, там и смотреть. Поздравляем. Поздравляем Dusty Rhodes с победой. Эй! Все поздравляю. Это было долго, да. Как-то изи. Я не знаю. Насчет изи. Поздравляем также наших дорогих... Ох, ёлки. Поздравляем также наших дорогих победителей, и также поздравляем СПЛ со вторым местом. Так, Dusty Rhodes побеждает и получает 830 рублей, занимая первое место. СПЛ получает серебряную медаль, простите, и занимая второе место, получает 498 рублей призовых. И, наконец, Соник, прекрасный игрок, который показал великолепные игры, великолепные микро и макро, занимает третье место и получает 332 рубля. Это было круто, спасибо, Интергалактик. Тут за первое. Ну, сколько скопилось, Оман? Сколько скопилось? Фуф. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что на этом можно жизнерадостно завершать нашу эпопею с генералами. Завтра, если я буду чувствовать себя более или менее в адекватном состоянии, я запилю стрим, и мы с вами обсудим, какую игру мы играем в следующий турнир, и будет ли вообще следующий турнир. Окей? Окей, потому что я в этом не уверен. На этом все. Воды будут выложены завтра же. Стрим шел 12 часов 30 минут. Это был турнир по Command & Conquer Generals. От кочевника для кочевника. Точнее, нет, фу, не от кочевника. Забыл. Для... Нет, подожди. Кочевник я, правильно? Да, значит, от кочевника для вас, для зрителей. От кочевника для зрителей Good Game и СК2ТВ. Просто любители старых стратегий. Поддерживайте меня, подписывайтесь на канал, приходите еще, участвуйте в турнирах, участвуйте в ивентах. Поддержка будет особенно важна и нужна мне, так что реквизиты в описании Good Game и СК2ТВ. Что еще? Все, до завтра. В лучшем случае, если буду чувствовать себя хреново, то нет. Но я постараюсь завтра выйти на связь. Ну как-то вот, какой-то стрим запилить. Все, всем огромное спасибо, кто был со мной в этот стрим и до этого, и вообще, кто писал в чат, кто просто смотрел. Морально поддерживал, аморально троллил и так далее и тому подобное. Всем спокойной ночи, всем хорошего последнего выходного. Ну, как последнего, ну да, воскресенье. Перед рабочей неделей. Ведите себя хорошо, не обижайте маленьких. Я не знаю, любите женщину и вискарь. Все, что я могу придумать сейчас. Все, всем... Нет, Коча не перехотел турнира, просто физически тяжело, поэтому вопрос в количестве. Где бабки забирать? Забирать бабки в своем аккаунте Good Game. Не за что, СПЛ, я был рад провести турнир, на самом деле, ребята, я понимаю, что у меня уставший голос и так далее, но действительно про... рад был провести этот турнир. Это было прикольно, так же, как Red Dead 2, Red Dead 1, просто мы... Нужно прийти к пониманию, что за один день турнир, конечно, делать нельзя ни в коем случае больше, никогда. Потому что 12 часов подряд — это жесть. Все. Пока-пока-пока. Спокойной ночи.